Кстати, я заметила еще, что среди мужчин очень популярны различные трекинговые ботинки и кроссовки, поэтому покажу видеообзорчик на вот эту модель. Это кроссовки Fila, но тоже трекинговые, но очень легкие. Я бы сказала, что это летний вариант. Вот, у них вот здесь, вот, обратите внимание, здесь ткань. Вот, нога будет в них дышать. Стелька у нас, что тут за стелька? Стелька вытаскивается. Вот такая яркая стелька. Вот. Подошва, вот это все идет пена, а снизу вот такая вот толстенькая накладка. И видите, в принципе, достаточно такой высокий протектор. И вот здесь вот оно как бы прям как цепляется за поверхность, по которой вы будете ходить. Вот, сзади вот такая, вот тут есть петелька для того, чтобы обуваться удобно, и в принципе очень так хорошо усилен задник. Вот, сбоку накладка тоже. Что у нас тут? Размерчик 10,5, 28,5 сантиметров. И цвет у них такой, ну, наверное, это больше к оливе. В принципе, видео достаточно качественно передает цвет. Думаю, кстати, хороший вариант для охотников, рыбаков, каких-то вот таких активных видов спорта на лето.